Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы в Кёльне с парнями. Культурная программа будет немножко позже. Хочу показать доме парням. А сейчас мы направляемся снимать шопинг-блог. Хочу найти магазин Аркет. Думаю, с навигатором у меня все получится. Аркет, возможно, еще какие-то бренды посетим. Думаю, это будет такой микс. Шопинг и видео с культурной программой. Мы сегодня психанули, у нас у Лёшки с утра было посещение дантиста, но там что-то было не в порядке, наша страховка. И я решила сделать ход конем, психанула и приехала в Кёльн. Сейчас почти 2 часа дня, но я уверена, что мне на все хватит времени, и мы еще вернемся сегодня домой. В общем, переключаемся. В магазине Аркет находится кафе, по-моему, оно вегетарианское, либо органическое, что-то одно из двух. Я усадила малышей, чтобы у меня была возможность совершить шопинг. На самом деле неплохая идея иметь внутри магазина кафе, но что по поводу вкуса, ничего не могу сказать. Ценник довольно высокий, выше среднего. Там, по-моему, два этих пирожных, две булочки обошлось около 7 евро. В примерочной я взяла очень много вещей. Я была впервые в Аркет, поэтому была в ударе, решила примерить как можно больше вещей. И хочу начать вот с такого невероятно красивого зеленого платья. Конечно же, я себе польстила и взяла слишком маленький размер, 36. Он подчеркивает все недостатки. Стоило брать 38 как минимум. Эта модель есть только в зеленом цвете, стоимость 99 евро. Как я сказала, на мне 36 размер, и модель есть от 34 по 44 включительно. Что касается состава платья, это вискоза 100%. Платье застегивается на груди, на крючок, длина миди и впереди разрез. Очень интересное, конечно же, за счет своего такого необычного цвета. Мне оно очень-очень понравилось. Дальше хочу показать вам вот такой образ. Льняные брюки и свитшот оверсайз. Давайте начну с брюк. На мне 38 размер. Лен 100%. Карманы хлопок 100%. Это модель от 34, есть по 44 размер. Стоимость 69 евро. Забегая наперед, скажу, я их забрала, потому что они мне безумно нравятся, они впереди со стрелкой, хорошо сели в поясе на бедрах и хороши для моего роста 1,74 м. Дальше оверсайз свитшот. Я была почему-то уверена, что у меня М-ка, но нет, дома пришла, посмотрела бирку, на мне S-ка, то есть свитшот идет очень-очень оверсайз. Модель есть от XS до L-ки, хлопок 100%, органический. Мне безумно нравятся вот такие длинные рукава, столько объема, он безумно приятный. В общем, я его забрала, стоимость точно так же 69 евро. Дальше платье. Банальное, простое, но невероятно приятное. Это Leocell. Обратите внимание, бретели очень тоненькие. И вот если такие широкие плечи, как у меня, мне кажется, оно меня делает слишком мощной. Эта модель есть в черном и в красивом терракотовом цвете. На мне размер М, стоимость платья 69 евро. Модель есть от XS по L включительно. В общем, Leocell хорош тем, что он практически не мнется, держит форму и подходит для повседневной одежды. Далее поверх этого платья я накинула свитер, красивый серый оттенок. Эта модель свитера есть также в светло-бежевом, черном и цвет фукси. Стоимость 89 евро. На мне М-ка. И модель есть от XS до L включительно. Вообще в Аркет
те вещи, которые я смотрела, максимальный размер L. Состав свитера: полиэстер 35%, альпака 31%, шерсть 31% и эластан 3%. Свитер мне понравился безумно, но пока не забирала. Далее, опять же, платье из лиоцел. Вообще, я читала где-то, что из этой ткани шьют прям для премиум брендов, элитных и так далее. Ну, возможно, платье действительно очень приятное к телу, безумное, нежное, невесомое. Хотя, на первый взгляд, кажется обычным черным платьем. Симпатичное, простой у него довольно крой, оно затягивается по бокам, но нравится тем, что безумно нежная ткань. Стоимость платья стандартная 89 евро, на мне 38 размер, и оно только в черном цвете. Далее, интересная модель, по крайней мере, мне показалось так на вешалке, платье туника. Безумно качественно выполнена каждая деталь. Я просто в Аркет, конечно же, влюбилась. Цвет интересный, такой слоновая кость. Эта модель была еще в черном цвете, но все распродано, sold out. А это платье есть в наличии в этом цветовом решении. Но такой нюанс, платье полностью просвечивается. Я не знаю, как его можно применить. Видимо, носить с каким-то удлиненным свитером, либо еще как-то. Стоимость 89 евро, на мне 38 размер. Состав 71% хлопок и 29% лиоцел. Далее еще одна моя любовь, безумной красоты платье. Мне в нем ходить некуда, но я просто примерила, чтобы знать и показать вам. 36 размер, оно село неплохо на меня. На спине молния, это хлопок 100%, и я вам делаю акцент на юбку, показывала деталь на юбку, потому что она безумно красивая, женственная, украшает. Стоимость 89 евро, и эта модель есть от 34 по 44 размер. Единственное, на меня оно не село в бретельках, но если вам оно понравится, я думаю, можно заморочиться и отдать... немножко ушить, подшить, то есть посадить на вас. Безумно женственное, красивое, простое, в то же время с изюминкой. Это платье я взяла с собой в примерочную, потому что оно безумно красиво смотрелось на манекене. Эта модель есть в таком вот терракотовом цвете, в синем, и цвет слоновая кость. Открытая спина, бретельки можно регулировать по вашему размеру, по вашим параметрам, но вот так как я живу одна, мне такие модели не подходят, то есть усадить на меня платье некому. Здесь я показываю саму ткань, 98% это хлопок и 2% эластан. Безумно красивый цвет, сжатая ткань, сама очень интересная структура. Итак, девушки, в Аркет мне понравился ассортимент, хотя некоторые девочки мне бросали ссылки, где можно делать покупки онлайн. Я не люблю совершать шопинг онлайн, мне нужно все померить, примерить. Я взяла льняные брюки и полосатую кофту. Все из новой коллекции. Ну, на скидках мне ничего не понравилось, я не хочу брать и сожалеть. Я лучше возьму меньше вещей, но они мне будут очень нравиться. Вот так запаковали мне покупки. Обслуживание мне не понравилось, ну, вернее, как обслуживание, на кассе. Но я особенно не расстроилась. Сейчас пойду в КОС, но прежде нам нужно найти туалет. Ну вот такой вот шопинг-влог с детьми, по-другому никак. Далее, девушки, переключаемся в примерочную магазина КОС. Это, конечно же, рай для формирования базового гардероба. Будь то лето, весна, осень. В общем, я влюблена в этот магазин. Очень жаль, что существует ограниченный бюджет.
Хочу показать вам рубашку. Это новая коллекция. К сожалению, на сайте еще не представлены эти вещи, но я обязательно оставлю в описании к видео артикул и рубашки, и брюк. Надеюсь, позже появится. Стоимость рубашки 59 евро, как сказала я, на мне S. Далее брюки, кюлоты. Безумной красоты. Я люблю, когда много ткани. Сделаны великолепно. Придраться к качеству нет повода. И мне нравится такая немножко дурная расцветка. Вообще не свойственная мне цветовая гамма. Я бы носила эти брюки, например, просто с белой футболкой, либо голубой. Стоимость брюк 79 евро, на мне размер 40. Далее платье из новой коллекции. И вот это одна единственная вещь, которую я взяла в этот раз в кос, и я прогадала. Платье не украшает обладательницу, делает тело более таким грузным, тучным. На вешалке оно смотрелось намного интереснее, на мне размер M. Это полностью, я думаю, синтетика. Платье такое сжатое, плиссе. Стоимость 89 евро. Здесь я показываю ткань поближе, поподробнее. Внизу оно идет обрезное. В принципе, претензий к качеству нет. Любимый черный цвет, все прекрасно, но, наверное, сядет на кого-то другого, но не на меня. Далее хочу показать вам платье по скидке. Я это платье назвала «Пиковая дама». Здесь вся красота заключается в крое рукава. На мне размер 40. Мне кажется, село неплохо на меня. Можно немножко варьировать с размером, брать как оверсайз. Я видела на сайте, они так комбинируют это платье. Но я взяла размер 40, на него скидка 50%, и оно обошлось 49 евро 50 центов. Состав хлопок 66%, дальше идет полиамид 30% и эластан 4%. Черное, впереди планка идет на пуговицах. Далее еще одно платье по скидке. Как я сказала, если бы был неограниченный бюджет, я бы взяла и его. Очень красивая юбка, подчеркивает фигуру, делает более стройной, высокой. Впереди идет на молнии и рукав, там, где кисть, точно так же идет на скрытой вот такой молнии. Это платье я вижу, конечно же, с красной помадой. Возможно, сапог заходит под юбку, и вот где-то бы я его применила осенью, либо весной. Стоимость платья практически 50 евро, на мне размер M. Дальше хочу вам показать джинсы, они были по скидке, и в зале был 29 размер, какой-то совсем маленький. Я хотела урвать еще одни джинсы по скидке в кос, потому что своими серыми осталась очень довольна. То есть я люблю для базового гардероба, когда есть джинсы во всех возможных расцветках. Синий, белый, бежевый и черный. И не было моего размера. В общем, я буду гоняться в следующей скидке. Дальше рубашка из новой коллекции, сжатая ткань. Тяжело показать красоту черных вещей, но она сидит идеально. Простая и с изюминкой. В то же самое время стоимость ее 69 евро. Дальше переключаемся на магазин Aza Stories. Я была под большим впечатлением. Это огромный двухэтажный магазин. Много вещей по скидке. Но, как я заметила, вещи больше сидят на девушек немножко ниже среднего роста. И, я думаю, другого цветотипа. Потому что много цветных вещей. Я не заметила, что мне что-то подходит особенно. Либо что я влюбилась какую-то вещь, но на других, я уверена, вещи будут смотреться красиво, много стильных вещей, аксессуаров, косметики и так далее. Мне понравилось вот это платье, но я считаю, что мне не подходят цветные вещи. Красивое платье, детям оно понравилось, они одобрили. Возможно, ради них бы я и могла взять это платье, было со скидкой по приятной цене, но оно полностью впереди застегивается на эти маленькие пуговицы. Я не уверена, что моя нервная система выдержит каждый раз одевать и снимать платье, застегивать на маленькие пуговицы и продевать такие петелечки, которые в виде резиночек.
Но платье нежное, красивое, женственное. И, в принципе, вся коллекция и новая, и та, что по скидке, очень-очень женственная, украшает, такая вот воздушная, легкая. Платье изначально стоило 99 евро, и сейчас на него скидка 40%. Далее я еще взяла вот такой экземпляр, немного психоделика. Я люблю платье на запах, но почему-то, мне кажется, я в нем выгляжу старше. В общем, стоимость его 79 евро, скидка 50%. Я считаю, что цены более чем доступные, приятные, и есть размеры, из которых можно выбрать. Конечно же, это синтетика 100%, но качество довольно хорошее. Мне понравились пуговицы, обтянутые тканью. Это всегда смотрится очень интересно и мило. Не знаю, мне показалось, что я в нем выгляжу значительно старше. Показываю вам швы, качество. В принципе, претензий нет. Далее я взяла кардиган, а вот уже здесь выбитый был размерный ряд. На мне элька. Огромный размер. Конечно же, синтетика 100%. Пуговицы такие вот под золото. Кардиган стоит 79 евро. На него скидка 50%. И, как вы можете видеть, липнут различные ворсинки. Наверное, потому что он полностью выполнен из синтетики. Так, напомнил мне чем-то свитерочки Сандро. На этот свитер вообще огромная скидка 70%. Клетка серая и черная. Свитер очень плотный, вот прям подошел бы на лютые морозы. Минус 70%, а первая его цена 99 евро. Как я и говорю, что цены больше, чем доступные и приятные. Смотрится, конечно, он на меня не то что оверсайз, но видно, что это не мой размер. И немножко он колется. Далее еще один симпатичный кардиган. Интересный цвет, но меня он также не украшает, не подходит моему цветотипу абсолютно. Кардиган стоит 79 евро, и скидка на него 40%. Размеры все были. Я бы хотела немножко подлиннее, пообъемнее. Все-таки мой вариант больше Варкет. Больше он мой бренд, чем Other Stories. Все, друзья, на этом буду прощаться. Видео подошло к концу. Немного совершила я покупок в COS и Варкет. Будем уже направляться домой, но перед этим сейчас забежим, посмотрим на собор. Не уверена, что мальчики хотят культурно облагораживаться, но мама настаивает смотреть готику 15 века. Мы уже перекусили в ресторане, в общем, поездка была неплохой, спонтанной. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Позже, когда нам одобрят квартиру, буду показывать свой базовый гардероб. Пока что в этих роликах подбираю себе базовый гардероб. Такой... Подписывайтесь на канал, говорит, давайте. Нажимайте колокольчик, да? Ах, ты же мой промоутер маленький. Что мама говорила? Ну все, ребят, дайте. Когда нам одобрят квартиру, буду показывать свой базовый гардероб, который я собрала с нуля. Заново. Я выбираю вещи, как обычно, не на один год, не на один сезон. Поэтому предпочитаю COS. Я дорвалась тут уже наконец-то в Германии. Вот попробую Аркет. Мне кажется, неплохие покупки я совершила. Надеюсь, что мои ролики будут полезными и приятными. До скорой встречи. Красоту готики передать камерой
даже если это будет профессиональная камера, невозможно. Красиво, безумно. А пойдем вниз.